Оксфордская филармония с огромным удовольствием представляет вам сегодня программу «Мы из джаза», которая приурочена к 85-летнему юбилею Крымской государственной филармонии. С юбилеем, филармония! Встречайте, на нашей сцене Симферопольский биг-бенд Центра эстрадного искусства. Руководитель коллектива Эдуард Волков, под ваши бурные аплодисменты. И оркестр вокально-хореографического ансамбля «Таврия» имени народной артистки Советского Союза Лидии Чернышовой Крымской государственной филармонии. И, конечно, несменный художественный руководитель, невероятный дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Крым Вадим Таркинский! Ну, первое слово за филармонией. Таврия, начинайте. Thank you.
Наталья Крымская, Государственная филармония, художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Крым Вадим Таптинский. Что такое джаз? Это волнующие ритмы, приятная живая музыка, которая непрерывно развивается и движется. С этим направлением, пожалуй, не сравнится ни одно другое. И перепутать его с каким-либо иным жанром невозможно даже новичку. Изобретательность, а также страсть, которые наполнены джазовой композицией, не имеет границ. И вот в чем парадокс. Услышать и узнать эту неординарную музыку способны выразить всю гамму человеческих чувств, от безграничной радости до неудержимого гнева, можно легко. А вот описать словами не так-то и просто. Поэтому сегодня мне понадобится ваша помощь. Как вы прекрасно знаете, на джазовых концертах музыкантов обязательно надо поддерживать. Обязательно аплодисментами. Потренируемся? Не, ну это тихо. Наши музыканты такому не верят. Еще. О, отлично! На джазовых концертах можно еще и топать. Ну как-то топает только первый ряд. Ну что, ноги видно. Давайте еще потопаем. Отлично! Поощряется даже, о боже, свистеть. Отлично! Вчера в Евпатории у нас дамы так отжигали, так свистели. Дамы у нас сегодня будут свистеть? Ну да, богема, да, да. А еще можно на концертах джазовых кричать что-то типа «Давай, Вадик!» Будем кричать? Давайте. Не вместе. Дирижер вам нужен, я так понимаю, да? Давайте. Отлично. И еще у нас есть один руководитель. Давай, Эдик. Что-то я вот имя не расслышала. Давай. Эдик. Ну давай. Thank you.
вы наверняка знаете, первое знакомство с джазовой музыкой в Советской России произошло 1 октября 1922 года, когда театральный деятель Валентин Парнах, вернувшись из Парижа, организовал первое выступление сформированного им первого в РСФСР эксцентрического джаз-бэнда. Правда, коллектив этот недолго просуществовал, но на смену ему пришли большие оркестры Александра Цфасмана и Леопольда Тифлисского. Исполняемые ими концертные программы в основном состояли из модных танцев, а также джазовых приложений произведений композиторов-классиков и эстрадных композиций. Наши оркестры продолжают эту славную традицию. Французского слова, которое переводится как «болтовня». За это сегодня отвечаю я. От английского слова обозначает «преследование». Ну, это мы в конце посмотрим, кто отвечает за этот термин. На одном из африканских наречий похожим словом называли «звучание барабанов». Есть у нас тут барабаны? Скромные барабаны.
барабаны у нас сегодня. А еще? Николай Николаевич. Они без аплодисментов не работают. Вариант, что это слово принимали как одобрительный выкрик. Это уж точно с вас. Будем поддерживать музыкантов? Кричим «Джаз!» А еще раз! «Джаз!» Класс! «Джаз» продолжается! Традиционный. В Америке все сразу поняли отличие джаза от всей музыки, которая появлялась прежде.
колоссальная эмоциональность и энергичность. Поэтому в 20-30-х годах тамошняя пресса, помимо термина «джаз» и «свинг», использовала еще один – «hot music» – «горячая музыка». Отсюда, кстати, и название комедии «Некоторые любят погорячее», которая нам известна как в джазе, только девушки. В период Великой депрессии американцев согревал огонь свингующих биг-бендов Глена Миллера, Томми Дорси и Вуди Германа. Советский джаз в это время был не горячим, а скорее чуть теплым. Хотя Леонид Утесов до последних дней на своих выступлениях рассказывал байку о том, что первыми джазменами были одесские бендюжники, а знаменитый Сент-Луис Блюз – это всего лишь вариация на тему 7.40. Забавно, конечно, но байка останется байкой. Хотя к этому вопросу мы с вами сегодня еще вернемся. Ну что, оркестр Таврия, теперь ваш ответ биг-бенду. А где? Но сегодня, ладно, один. Где один? Вадик! Ну, спасайте. Ну, спасайте, пожалуйста. Фортуна часто сводит нас с ума, то здесь, то там ее лицо мелькает. Кто с ней ва-банк ни разу не играл, тот банка не срывает. Thank you.
Эдуарда Волкова. Господа, как у нас теперь мы говорите, деньги настоящие. Один из самых известных джазовых музыкантов в мире. Пианист, композитор, первопроходец стилистики фьюжн, лауреат 22 премий Грэмми. Для того, чтобы нужным образом описать его роль в истории джаза, нужно много слов. Я хочу просто его процитировать. Хочу поблагодарить всех, кто на продолжении всего моего пути в искусстве помогал огнями музыки ярко сиять. Моя главная надежда, что те, кому хочется играть музыку, писать музыку, исполнять ее или делать в ней что-то еще, будут делать то, что хотят. Даже если не для себя, то для всех остальных. Да, миру нужно больше артистов, но это не все. Играть музыку – это же еще и настоящий кайф. Моей целью всегда было нести радость творчества всюду. Это главное богатство, что я нажил.
Соло труба это скалила. Ударная установка Рафет Рамазанов. Симферопольский бигбэнд центра эстрадного искусства. Руководитель Эдуард Волков. Следующую джазовую тему написал более полувека назад Барт Хорвард. И стоит сказать, что у него получился настоящий шедевр. Даже по прошествии стольких лет эта музыка радует слух. Изначально эта песня носила название «In Other Words», а в апреле 1954 года эта традиционная джаз-песня была представлена певицей Фелицией Сандерс в шикарном ночном клубе в Нью-Йорке. И в течение последующих нескольких лет многие исполнители джаза записали свои версии на «In Other Words». Но в 1960 году американская певица Пегги Ли убедила Ховарда изменить название песни на «Fly Me to the Moon». А в 64 году Квинси Джонс аранжировал песню специально для Фрэнка Синатры. И не просто аранжировал, а он изменил размер. Изначально размер был 3/4, для Фрэнка Синатры сделали 4/4. И именно это исполнение стало джазовым стандартом. Но это еще не все. Именно эта композиция впервые прозвучала на Луне. Полетели на Луну.
ничем не примечательным февральским днем 6 числа 1924 года в Питтсбурге родился очень даже примечательный композитор, аранжировщик и дирижер от Бога Сэмми Нестика. Удивительно, что начинал заниматься музыкой он довольно поздно, в 17 лет, и самостоятельно освоил один из самых сложных духовых инструментов – тромбон. Позже он начинает играть в оркестрах, записывается на радио и, конечно, начинает писать аранжировки. После окончания университета в течение 15 лет он занимал пост музыкального руководителя Высшей школы военно-воздушных сил США. Его аранжировки использовали не только военные бенды, но и большие оркестры. В 60-е годы он возглавлял президентский оркестр в Вашингтоне. Написал и опубликовал более 200 композиций. Сэмми всегда улыбался, и, судя по улыбке, он получал огромное удовольствие от того, что он делал. Он говорил так: «Делай то, что любишь, а все остальные будут следовать за тобой». Видишь, рассвет какой!
Тот мимолетный взгляд смыло прибрежной волной. Тысячи летних дней, 10, 11 лет. Ты не грусти о ней, видишь, какой рассвет. Ты же придумал сам 1000 дней назад этот безмолвный храм и мимолетный взгляд. Ты не грусти о том, что без нее заря. Я же всего лишь фантом. Ты же придумал меня. Можно не называть, вы угадаете его буквально с первых тактов,
То вот о создателе этой аранжировки обязательно стоит сказать. Великий артист, заслуженный джазовый музыкант Советского Союза, саксофонист, композитор и народный любимчик Георгий Горанян. Он стал не просто первым в истории отечественного джаза, а создал свое уникальное направление в музыке. Его таланты не раз подкреплялись государственными наградами, а музыкальные коллективы давали концерты буквально по всему миру. Можно смело заявить, что именно Горанян стал прародителем джаза в послевоенной Советской России. Он стал первым советским музыкантом, которого в 1958 году пригласил в свой оркестр Олег Лундстрем. В этот же период музыкант создает свой собственный ансамбль «Мелодия», записывает несколько десятков дисков с песнями и музыкой. Кстати, музыку ансамбля до сих пор можно услышать в различных фильмах, пьесах и мультфильмах. Горанян дирижировал музыкой к 200 фильмов. «Ирония судьбы», «Приключения Буратино», «Розыгрыш», «Свой среди чужих», «Родня», «12 стульев». Написал музыку культовым советским картинам «Покровские ворота» и «Осенний блюз». Георгий Горанян исполнял партию саксофона в фильмах «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Осенний блюз» и в мультфильме «Ну, погоди». И мы предлагаем вам послушать его композицию. А чего вы стоите, Вадим Махачич? Дух платежом красит. Всех времен и народов. Песни Элвиса оказали неоценимое влияние на многих музыкантов.
Пресли не человек, он легенда. Вы вполне резонно спросите, какое отношение Пресли имеет к джазу. А я вам расскажу. Первое знакомство с музыкой маленького Элвиса состоялось в церкви. Там он услышал евангельские песнопения, позже ставшие основой его творчества. Позже, в 13 лет, его родители перебираются в город Мемфис. И там Пресли попадает в совершенно новое музыкальное окружение. Он посещает выступления блюзовых и джазовых исполнителей. И именно это сформировало его как музыканта Элвис Пресли.
написана уже не в джазовой, а скорее в джаз-роковой манере. Такой стиль называется у джазовых музыкантов фьюжн, сплав. Аранжировку для биг-бенда сделал наш земляк, крымчанин, заслуженный деятель искусств Украины Владимир Бобырь. Прекрасный музыкант, аранжировщик, много лет проработавший в севастопольском ансамбле «Песни и пляски». До сих пор его аранжировки находятся в репертуаре многих музыкантов и коллективов Крыма, в том числе и нашего симферопольского биг-бенда Центра эстрадного искусства. Витиеватые мелодии. Особенность народного творчества в том, что оно меняется, переходя из уст в уста. На самом деле фольклор тоже импровизация, и именно это делает совершенно непохожие друг на друга жанры схожими.
Джазовый музыкант, как исполнитель народной песни, раз за разом приносит в исполнение одной и той же композиции что-то новое. И джаз, и фольклор — это постоянный поиск. Но лучшее рассуждение на эту тему — личные впечатления на Муромской дорожке. Пианист и композитор Артура Сандовал родился на Кубе в небольшом городке на окраине Гаваны. Он начал заниматься музыкой с 13 лет и, перебрав множество различных инструментов, в конечном итоге остановился на трубе. Он обладает уникальным расширенным звуковым диапазоном, выходящим далеко за пределы классического трубного. Его виртуозную игру можно услышать на записях Вуди Германа, Мишеля Леграна, Фрэнка Синатры, Тони Беннета и многих-многих других. Пожелаем талантливому, виртуозному Артуру Сандовалу новых успешных творческих проектов. И сегодня будем греться в лучах его горячей музыки. Два, раз, два.
Баранов. Соло труба Эрнест Халилов. Ударная установка Рафет Рамазанов. Художественный руководитель Эдуард Волков. Слово в истории нашего джаза сказали такие одесситы. Я имею в виду, конечно, Утесова. Большинство из нас воспринимает Леонида Осиповича исключительно через веселых ребят, несмотря на то, что сам певец и данную комедию, и ее создателей, в общем-то, ненавидел. В массовом сознании укоренилось представление о нем как о классике эстрады. А ведь именно он понял главное. Если косить под иностранца, ты будешь интересен публике. Лишь первые 5 секунд, пока не откроешь рот и не попытаешься петь по-английски. В свой оркестр Утесов набрал исключительно сильных инструменталистов, которые умели делать и качественные кавер-версии, но ставку в репертуаре все же делали на шоу, на юмор и на уличный фольклор. Лимончики, гоп со смыком и обожаемый одесский торт. Фотография – это удовольствие, а кофе, тексты и джаз – это религия.
Вам о чем-нибудь говорит? Знаменитое имя, легендарное, но не настоящее. Это звучный псевдоним. Сцена жизни Леонида Осиповича появилась, когда ему было 20 лет. И с тех пор уже не отпускала. Для нескольких поколений он стал олицетворением советского джаза. Все мы прекрасно знаем, как Утесов относился к своей любимой Одессе. Он часто говорил, в старой Одессе было все. Были свои романтики, свои герои, свои сумасшедшие, но больше всего в старой Одессе было музыки. В 41-м году, когда советская армия была вынуждена сдать Одессу, Владимир Дыховичный написал стихотворение «Мишка», который защищал родной город. Впоследствии это стихотворение стало одной из самых известных песен Леонида Утесова, который сразу же ввел Мишку в свою концертную программу. Позже он вспоминал: «Мы гордились Ленинградом, мы гордились Москвой, и мы оплакивали Одессу, сраженную в неравной борьбе». Понятно, что особенно трепетно эту песню воспринимали одесситы. Многие из них считали, что она написана лично о них. На имя Утесова пришло 262 письма. Все они были от одесситов по имени Мишка. Но особенно Утесова тронуло одно письмо. «Вы вчера исполнили одну песню, одессит Мишка. Не знаю, кто эту песню сочинил и где он взял материал для нее, но я знаю, что эта песня только про меня, что мне было. Я знаю, потому что я последним ушел из Одессы. Я оставил там мать, я оставил там свою любовь, я оставил все, что мне было дорого в моей жизни. И вот когда я услышал слова, ваши слова, у меня загорелись глаза, и я стал весь дрожать. У меня потекли слезы, ибо я не в силах был удержать их. Леонид Осипович, вы меня извините, что я написал скверно, но я лучше писать не умею. Дело в том, что я вам хотел изложить свою благодарность за хорошее исполнение этой песни, ибо она сложена только про меня. А поэтому прошу вас выслать мне эту песню, и с этой песней я буду еще больше бить гадов. Буду мстить за нашу красавицу Одессу. Мой адрес: действующая Красная Армия, почтовый ящик, 11-й гвардейский батальон минеров, Бендеровскому МБ. Это письмо тронуло Леонида Осиповича, и он почтой отправил слова и ноты Мишки. Однажды в доме первого джазмена Советского Союза во время небольшой передышки между концертами раздался звонок. На пороге стоял коренастый блондин с серыми глазами. Под телогрейкой у него виднелась тельняшка. «А вот и я!» радостно сказал незнакомец. Утесов с недоумением стал всматриваться в лицо гостя, и тут он шестым чувством догадался, кто перед ним. «Мишка? Мишка! Да, Леонид Осипович, в отпуск на 3 дня!» За столом Мишка говорил: «Ничего, будет полный порядок, и чтоб я солнца не видел, если я Одессу не приду. Миш,
Миша, а кем вы были до войны? Шофером. Миш, ну вот кончится война, приезжайте ко мне в Москву, будете у меня шофером. Миша поблагодарил Утесова и в наплыве чувств воскликнул: «Конечно, конечно, а иначе быть не может». Освободили жемчужину у моря весной 44-го. Однако после окончания Великой Отечественной Михаил не приехал работать водителем к Утесову. Спустя много лет, вспоминая эту историю, певец с горечью заметил. Он был человек слова. Значит, не стало Мишки. Остался лишь в песне. Широкие ливаны, зеленые каштаны, начнется шаланда, налейте головой. Красавица Одессе, мальчишка голоштанный, стремящий хлеб считался заправским моряком. Снегурькая обида парнишку станет донимать, парнишка не покажет вида, какой покажет, скажет его мать. Мишка, как не стыдно, такой большой, а плачешь ты один. Миша, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Одесса под вражеским огнем, с горящим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка желатит и мостом. А ночь, как день вчерашний, несется в крики и борьбе. Парнишке не бывает страшно, останется страшно, скажет. Значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие ливаны, поменьшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен. В глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, прикрытый телом, родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но командир обнял его рукой. Брось, Мишка, брось. Когда вошел обратно походкой и чеканной,
красавицу Одессу, а ревни подает. Ему хранит на землю розы знак возвращения своего. Наш Мишка не сдержал звезды, но тут никто не молвил ничего. Друзья, еще раз добрый вечер. Скажу, честно, давно не было так приятно вообще. И такая раскрепощенная, такая теплая атмосфера, такая прекрасная аудитория и такой полный зал. Это безумно приятно для музыканта выступать в таких условиях. Это 100%. Спасибо вам большое от обоих ответов. И безусловно, мне кажется, что наш концерт удался, и наверняка здесь в зале незримо витают ангелы, которые помимо традиционно Баха и Моцарта тихонечко послушивают джаз. Я думаю, и по традиции хотелось бы представить музыкантов оркестра, биг-бенда, которые сегодня играли для вас. Итак, в биг-бенде первый альт-саксофон – это как первая скрипка в симфоническом оркестре. И сегодня в нашем
Биг-бенди центра эстрадного искусства первую скрипку исполнял заслуженный артист автономной республики Крым Наргет Рамазанов. Импровизатор и прекрасный человек. А также я всегда провожу аналогию, в том числе между авиацией. Как в авиации всегда есть ведущий, а также есть ведомый и его коллега, который летит сзади и прикрывает хвост впереди летящего истребителя. Вот. У Наргета тоже был сегодня помощник Сергей Лебехов. Айца с тобой. Вот с правой стороны от вас. Вот. Да-да-да, вот он. Сидит красивый молодой человек с такой огромной штукой. Как он называется, этот инструмент? Он говорит баритон. Ну, поверим на слово. Итак, укротитель этого баритон-саксофона Александр Кисе. Тенора-саксофоны. Я сегодня выступал скорее в роли исполнителя. Тенор-саксофоны. Эдуард Волков и Виктор Баранов. Переходим к группе тромбонов. Руслан Арсланбеков. Тоже наш солист и импровизатор. Руслан Арсланбеков. Наш солист Георгий Нилус. Он родился во Франции. Также в группе тромбонов случайно записался наш коллега Александр Жолер. Он бывший трубач, в сущности, бывший трубачи. Не бывает, но он нам помогает в группе тромбонов. Александр Жолер. Спасибо, Саша. Бас-тромбон Иван Попов. На новом недавно купленном инструменте. Далее представляю группу труб. Наш друг, заслуженный артист автономной республики Крым, который проводит большую часть времени все-таки в стенах этого прекрасного музыкального училища, Борис Девинов. Наш солист, тутист, и тоже прекрасный человек, импровизатор, который ненамного уступает Артуру Сандовалу, я так думаю, Эрнест Халилов. И также их ведомые, которые, без которых тоже группа труб не была бы группой труб. Итак, Сиран Гумеров, помощник в тяжком труде. Михаил Ломов. Ну и куда же без ритма группы? На бас-гитаре бас-гитарист, контрабасист Андрей Алинов. В прошлом город Москва. Барабаны. Рафет Рамазанов. У него вчера была премьера в Евпатории. Поздравим его с этим. И также ритм-гитара, наш солист, ритм-гитарист, если нужно, и соло-гитарист, Сергей Фонов. Также хочу прибавить, что очень многие музыканты нашего оркестра владеют не только одним инструментом. Ну, как-нибудь мы вам представим более развернуто. И, конечно, хочу сказать, очень приятно выступать в стенах музыкального училища, потому что большинство музыкантов и нашего оркестра, и оркестра ансамбля «Таврия» здесь вот с такого возраста и постепенно взрослее, вышли в свет, и эти стены, да, нас, собственно говоря, сподвигли на большие дела, как я так скажу. Поэтому спасибо музучилищу за то, что оно есть. Сейчас, одну секундочку, я не очень слышу. Автограф.
Давайте еще раз поприветствуем Симферопольский бигбенд-центра эстрадного искусства. И пока наш руководитель Эдуард Волков раздает автографы своим поклонникам, все же дадим слово оркестру «Тавья». Это победа, все, и сразу на аукцион, отправляется. Спасибо большое, мы продолжаем. Вадим Махачевич. Конечно.
где появился джаз? В Новом Орлеане. Отлично. Начали 20 лет. Вы меня даже слушали. Какая прелесть. Леонид Утесов утверждал таки, что джаз родился в 19 веке. И как вы думаете, где? Так и в Одессе была там вот эта популярная мелодия. «Прости, прощай, Одесса, мама». А кто главный в Диксиленде? Ну, сейчас вариантов будет много. Кто на чем играет, тот это и скажет. Нет. Самый главный в Диксиленде – ударник! Ударник! Ну, как вы понимаете, в 19 веке палочек не было. Но были гвозди и ударники.
Игнатьева. Баян Дмитрий Рубина. Рита Кабара. Федор Федорна. Фундамент оркестра. Скала оркестра. Заслуженный артист Крыма. Николай Николай Терченко. Это было невозможно. Но сегодня наши джазмены, наши мэтры воплотили мечту всех советских джазистов. Браво! Thank you.
господа, мы благодарим вас за внимание, благодарим вас за ваши аплодисменты. Нам от вас очень жарко.